находимся в мастерской Паты Паташвили, одного из мастеров, который сейчас изготавливает эмаль, перегородчатую эмаль, древнее грузинское ювелирное искусство, которое было утеряно, но сейчас восстанавливается стараниями многих грузинских мастеров. Это искусство, которое сейчас является, наверное, самым ведущим в мире, и грузинские мастера выставляют свои вещи на выставках, устраивают конкурсы, и Пааташвили согласился нам рассказать о том, как он работает с перегородчатой эмалью. Это программа «Грузия» с Олегом Панфиловым. Здравствуйте. Пата, вы изготавливаете не только ювелирные изделия, вы как живописец делаете какие-то более монументальные вещи. Да. Почему? Ну, сама техника эмалирования очень разносторонна, и можно заниматься и ювелирными, чисто ювелирными вещами, и можно чисто художественными вещами делать, как картину можно делать, как декоративное панно можно делать, скульптуру можно делать, на объеме можно делать эмаль. Так что этим и интересна сама эта техника. Но в Грузии перегородчатая эмаль возникла исключительно как в начале искусства, принадлежащее церкви. Да. И первые работы, знаменитая Хохольская икона, это все работы мастеров, которые делали свои вещи для церкви. И это продолжалось до какого времени, когда перегородчатая эмаль стала уже ювелирным искусством, когда уже можно было делать кольца, браслеты. Знаете, заниматься эмалью, в принципе, невозможно, не зная ювелирное дело, потому что это часть ювелирного дела. Раньше делались для церкви, но параллельно и делали и украшения. Но меньше осталось от украшений, потому что церковные вещи больше сохранились, чем украшения. Вот как я упомянул Хохольскую икону знаменитую, которую начали делать мастера в 8 веке, на протяжении 400 лет они дополняли какие-то новые детали. Там, по-моему, было 115 вставок. Да. Как сейчас вы работаете в этой технике? Как вы добываете металл? Как вы добываете стекло? Для того, чтобы изготовиться, это нужно очень много компонентов. Да, ну как живописью занимались раньше, и все мастера делали сами, и кисти, и краски, и тому подобное. Раньше все делали мастера, и варили цвет, и строили печи, и так далее. А сейчас это более легко этим заниматься, потому что есть отдельные фирмы, которые доставляют уже в готовом виде все это. Можно покупать цвета, можно покупать печи и разную принадлежность. Сперва надо изготовить пробы, вот палитры, которые надо обжигать заранее, потому что сам порошок в порошковом виде выглядит совсем по-другому, а когда обжигается, цвет становится другим. В зависимости от металла меняется цвет. На меди один и тот же цвет на разных металлах получается разный. На золоте совсем другой цвет, на меди другой, на серебре другой. На меди он получается более насыщенным? На меди получается более теплым, потому что сама медь теплая металл по цвету. А на серебре более холодным. Самые лучшие цвета получаются на золоте. И заранее надо изготавливать вот такие образцы, чтобы точно знать, как будет выглядеть конкретный цвет. А скажите, из всех техник перегородчатой эмали, ну, известны, по крайней мере, две, горячая и холодная, в Грузии применяли только стеклянный порошок или эмали тоже? Знаете, горячая эмаль – это стекло высокого качества, и она содержит разные окиси металла, которые дают ему разные цвета. В основном занимались горячей эмалью. Как поступали мастера в советское время? Ведь было запрещено свободно пользоваться серебром, золотом. Да, сложно было, потому и редко кто занимался этим, и всего несколько человек. И техника, в принципе, была утеряна.
И они экспериментировали, они занимались больше научной работой, чем искусством. И, в принципе, они заложили фундамент для того, что сегодня вот эта техника опять возродилась. А кто потребитель сейчас перегородчатой эмали в Грузии? Туристы? Богатые люди? Ну, вообще, это дорогая техника, потому что сама... Трудоемкая. Трудоемкая, и сама сделается работа или из серебра, или из золота. Дорогой материал. В принципе, ювелирная, часть ювелирного дела. Поэтому сами вещи получаются, исходя из трудоемкости, исходя из дорогого материала, дорогие сами вещи. Поэтому они не всем доступны, это дорогие вещи. С чего эта работа начинается? С эскиза? Да, не всегда делаю эскиз. Это мастер уже не обязательно делать. Можно сразу делать, начинать работу. Но в зависимости от того, насколько сам мастер понимает эту идею, которую хочет воплотить. Почему вы все-таки перешли на монументальные вещи? Я... Чтобы было меньше конкуренции? Нет, нет. Если художник думает о конкуренции, то он... вряд ли создать что-нибудь ценное. Я художник, больше художник по своему и образованию, и по своему ходу мысли, чем ювелир. Поэтому я считаю, что нет краски более прекрасной. Достичь такого глубины цвета и фактуры, которую может сделать в этой технике, никакая краска это не передаст. Батон Пата, вот для живописца брать в руки кисть и видеть в полотне будущую картину. Для графика карандаш или уголь, или сангина. Для скульптора это чувствовать камень или какой-то другой материал. Вот для вашей работы вы должны чувствовать металл. Каким образом? И металл, и саму эмаль. Саму вот эту цветовую, сам цвет эмали. Потому что здесь есть три сорта цветов. Прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный. И примешивая этих цветов между собой, достигается очень эффектная и очень глубокая живопись. И вот одна из ваших работ. Да. Вот. Это можно сказать, что вот эксперимент именно вот такого рода. Получается очень эффектные вещи, которые вряд ли какая-нибудь картина может конкурировать по эффекту цвета. Объясните, что это. Это подсвечник. Да, это декоративное панно подсвечник. В принципе, это функционально мало интересна эта вещь. Вообще, эта вещь интересна тем, что это очень интересная цветовая здесь палитра и разная техника эмалирования. И вы изготавливаете эмаль отдельно, а потом уже ее прикрепляете? Да, потом прикрепляем. Приклеиваете? Вот, да. Разные есть способы прикрепления эмали к основе. Это как мозаика, потом сопоставляется разные части композиции. Можно одну часть сделать в одной технике, а другую в другой.